Будем продолжать делать игру, которую мы начали на прошлом занятии. У вас уже... я скинул вам спрайты. Скинул вам код в чат. Посмотрите, там в чате должно быть. Да, и какие вопросы? Я не могу выйти из этого экрана. Какого? Ну, из Zoom. Чтобы зайти в Google Chrome, я не могу. Не знаю. Alt F4 нажми. Закроет этот экран и может поможет. Если это Zoom, тогда просто Ctrl-Alt-Tab, чтобы переключиться. Добрый день. Алена, какой вопрос? Я новенький. Я скинул в я чат. Я тоже. Я скинул в чат проект, который мы начали на... Я тоже новенький. Я вам скинул в чат проект, который мы начали на прошлом занятии. Он со звуком. Мы звук не делали. Мы звук... Просто открывайте вот тот проект и будем продолжать. Я только подключился, поэтому я не видел, а какие проекты. Меня можете заново отправить? Потому что у меня технические сбои в Zoom были. Вот. А у меня экран не виден. Еще раз? Черный экран. Черный экран у меня. Ну, я не знаю, почему. Это все видят мою демонстрацию? Нет, у меня Лукьян запустил демонстрацию экрана. Щелкните 20, перейти в полноэкранный режим. А у меня вообще черный квадратик. Сейчас? О, видно демонстрацию. Видно. Я не могу выйти из Зума, чтобы зайти в этот, Google Chrome. Спасите меня, пожалуйста. Нету? Так, сейчас все упустите руку. У кого готов проект, у кого открылся проект или уже есть старый проект? У кого нету старого проекта, поднимите руку. У меня нет старого проекта. Нету. Тогда я вам еще раз скину в чат вот этот проект. Просто по ссылке переходите, и все. У меня есть, но у меня написано, этот браузер не поддерживается. Нам очень жаль, но Scratch 3.0 не поддерживает Internet Explorer. Нужно в Google Chrome. Internet Explorer ничего не поддерживает практически. Все. В Google Chrome зайди, и оно должно открыть. Если тебе по Google Chrome, возьми, скопируй вот эту адресу и просто в Google Chrome поставь. И все. Все, аллилуйя, наконец-то. Все открыли. Я еще нет, я сейчас быстренько открою. Я открыл. Супер. Еще немного подожду, чтобы там последний человек открыл вот эту Scratch, и все. Ну давай, загружайся. Аллилуйя. Подожди. Так. Где у нас? У меня что, нет проекта? Я же вроде сохранил. Так, ну тогда будем
уже продолжать. Так. Мы закончили на паду. Нет, мы закончили на, мне кажется, блоке. Вот этот спрайт 1. Тут у нас ничего не сделано. И в бул еще ничего не сделано. В синем мяче... да, на синем... Откройте синий мяч. Кто-нибудь, спасите меня с этим. Откройте Красиво, синий мяч. Бумага. Все открыли синий мяч спрайт? Извините, вот там пишут, что серверы в недоумении, и они ну, не смогли найти страницу, которую ищешь. Не знаю. У меня сервера все работают. Я вообще не могу зайти в этот проект. Ну, короче, вообще не могу зайти в... А этот... у тебя нету старого проекта? Я помню, кто это был. Но я делал этот старый проект, но он куда-то у меня пропал. Ага. Значит, вы не можете открыть. Ну, пробуйте, я вам еще раз скину ссылку, если что. Пробуйте как-то открыть, если нет, тогда просто смотрите. Здрасте, учитель, мы новые, мы не знаем ничего пока что. Вы когда-то делали Scratch? Нет, мы только новички, мы только зашли на первый урок наш. Ну, это Scratch уже для тех, кто что-то делал. И что разбирается в блоках. Ну, попробуйте, откройте проект, который вам я скинул в чат. Зайдите внутрь. Вот я сейчас. Открывайте проект, и потом нужно вот эту войти внутрь. Заходите на вот этот спрайт и будем продолжать делать. Понятно? Тогда продолжаем. Нам нужно 4 блока. Один блок есть ли? У меня теперь вообще все зависло. Потом равно. Один. И уровень. Вот так. Потом нам нужно передать сообщение. Второй уровень. Итак, мы дублируем 3 раза. Тут изменяем на 3. А тут мы изменяем на 4. Вот так. Океан, это не получается это зайти, ну, вообще теперь на свой аккаунт. Не знаю, что это может быть. Попробуй закрыть и открыть Google. У меня вообще кто-то аккаунт взломал. Так. Все сделали то, что на экране у вас? Я не могу ничего сделать. Спасите меня. Ну, я не знаю, что у тебя за проблема.
Пока что просто будешь смотреть сегодня. А скрэч вот такой скачать, слышишь? Так, кто еще не сделал? Айзе, какой у тебя вопрос? Пойду позову родителей. Я открываю сам сайт, и в этом и проблема. Ну, с этим я ничего не могу сделать. Океан, я пойду позову. Да, хорошо. Лена, какой у тебя вопрос? Аня, хорошо. Значит, все... Есть вопрос? Лена, какой вопрос? А что делать? Ну, открывай вот этот ссылку, перейди по ссылке, войди внутрь проекта и делай то, что я делаю. Так, можно тут один выставить? Дмитрий, какой вопрос? Меня только что выбило из конференции, и я не знаю, что сейчас делать. Ну, смотри, ты вошел в проект. Да. Переходь на вот этот спрайт синий, и потом у тебя будет блок «Определить следующий уровень». И сделай вот эту часть. А я вот это... Первый уровень, второй уровень. Это мне нужно самому сделать. Еще раз. Ну, вот это да, самому. Вот это. Вот это уже было в старом проекте. Нужно тебе вот эту часть сделать самому. Я посмотрю, что у нас сделано. Я буду из конкуренции, хорошо? Хорошо. Потому что не получается. Так, я еще немного подожду и будем продолжать. В 23 будем продолжать, хорошо? Да. А как ты там вёл левел 2, левел 3, левел 4? А где? Ну, когда, ну, там. Передать левел 2? Да. Это нужно новое сообщение, смотри. Передать ball on start и новое сообщение тут. Пишешь сообщение level 2, level 3, level 4, вот так. А у меня что-то не совсем получилось. А что не получилось? Смотри, вот этот блок «Если», управление, и вот тут есть блок «Если». А вот если этот зеленый равно. А есть вот равно, один, тут пишешь. А тут берешь уровень из переменных, уровень. И один, вот так. Понятно? Угу. Еще какой-то вопрос? Нет. Еще какие-то вопросы или нет? Перестань. Thank you.
Так, есть какие-то вопросы или нет? Нет. Тогда сейчас будем продолжать. Переподключился, что ли? Так, продолжаем. Теперь нам нужно флажок. Когда флажок? Вот флажок. Потом повторять всегда. Твой скретч. И ждать. Это твой скретч. Потом нам нужно изменить скорость. Это переменная. И тут есть изменить блок. И потом нам нужно выбрать скорость. И 0.2. Тут мы берем операторы. И блок выдать случайное. Нам нужно от 10 до 15. Вот так. Это все. Все. Потом будем делать сейчас следующий. Так, Дмитрий, еще какой-то вопрос? Как сделать вот это передать? Передать это, смотри, идешь в события, есть тут передать блок. Потом новые сообщения и пишешь. Потом окей, понятно? Алена, какой вопрос? А, у тебя микрофон. Я не могу зайти. В что, в Scratch? Да. А что не так? Ну, не, я просто не могу зайти в Scratch. Ну, вот. Ну, по ссылке перейди. Так, сейчас попробую. Угу. Так, чат-то. Так, тогда будем продолжать. Когда я получу мяч на старт, булон старт, повторять всегда. А, нет, повторять пока не. У нас есть вот тут блок в управлении. Потом нам нужно блок сенсоры. И клавиша пробел нажата. И перейти на платформу. Это движение и блок перейти на случайное место, и тут выберем падл. Так, Саша, какой вопрос? Ну, не относящийся к непосредственно этому проекту, а ты публикуешь свои проекты? Нет. Просто у меня есть студия, и я могу зайти. Я могу сделать тебя куратором. Где? Ага, хорошо. Так, еще какой-то есть вопрос? Сейчас тебя не вижу. Писать на английском у меня сложно и переписывать. Я копирую ники. Себя не вижу просто. Вот. Нет, чтобы сделать кого-то куратором или... Давай потом на конце занятия посмотрим. Я сам забыл. Еще у кого-то есть вопрос? У меня есть вопрос. Да, Евгений, какой вопрос? Что делать, если нет скретча? Ну, переходь по ссылке. Я говорил, переходь по ссылке, и в Chrome откроется скретч. Понятно. Так, все сделали то, что я была,
на экране? Или еще нужно подождать? Еще нужно подождать. Да, хорошо. Подожди, потому что ты кушаешь. Лукьян, а можете, да? можете показать свой скрин на бал? Да, показывай. Не, чтобы можете... Я разрешу, да-да-да. Вот. Ага. Все правильно? Да. А вот тут у меня это правильно тут? Да, кажется, что да. Ага. Тогда будем продолжать. Включите, пожалуйста, свою демонстрацию. Да, она отключилась. Будем продолжать. Мы закончили на вот этом. Когда я получу жизнь потеряна, нужно изменить жизнь на минус один. Это переменные и изменить... жизни на минус один. Потом передать сообщение. Нарисовать жизни. Ждать одну секунду. Передать еще одно сообщение. И мяч на старт. И потом нам нужен блок «Если». Оператор равно... ноль жизни. Если жизни равно ноль. Нам это делать все сейчас. Еще раз. Нам это сейчас все делать? Да, вам надо все делать сейчас. Жизни и передать конец игры. Новое сообщение. Вот. Передать. Бал. Если Все готовы? Или еще немного подождать? Подождать. Хорошо. Там он умер. Готов. Супер. Ну, а еще там подожду на других. Да как не выйти? Переделывать. Угу. Thank you.
Все, все готовы? Да. Да? Тогда продолжаем. Мы переходим на новый блок. Вот, на спрайт 1 ball. Вот этот, ну, куб. Прямоугольник, простите. И начинаем с того, когда флажок нажат. Я еще там не доделал. А сколько тебе еще там? Ну, тогда я еще одну минутку подожду. Все проверьте. Я разве не знаю, что делать? Ну, пока что смотри. Если ты не можешь открыть, пока что смотри, а потом поищи, как, почему у тебя не открывается скрыть или такое. Куда? Не помню. Так, еще 30 секунд и будем продолжать. Так, все доделали? Можно продолжать? Тогда если никто ничего не говорит, будем продолжать. Нет, я еще не доделала. Можешь быстрее, потому что нам там... Как так получилось у вас? А, сейчас включу, простите. Одну секунду. Кто-то говорил, что не доделал. Да-да-да, одну секунду, подождите. Вот. Ну, тогда буду уже сейчас продолжать. Переходим на спрайт 1. Нам нужно переменные и задать два раза. Задать потом блоков осталось 0 значение и уровень 0. Вот уровень. Потом нам нужно спрятаться. И передать уровень 1. Потом, когда я получу уровень 1, нужно задать уровень значения. 1, установить Y в 100, минус 180, в 150 и повторять 5 раз. Повторять 5 раз мы ставим. Установить X в минус 180. И повторять 7 раз.
Потом, как создать клон самого себя? И изменить x на 60. Потом нам нужно изменить y в... Нет, на... Минус 30. И передать блоки выставлены. Так, теперь, когда я получу второй уровень, задать уровень 2, потом переменный задать значение переменной i. А вы не можете подсказать, как копировать? Правой кнопкой мыши жмешь на персонажа дублировать. Потом нам нужно создать переменную и только для этого спрейта. Потом нам нужно установить y в 150 и повторить 6 раз. Восемь. Потом нам нужно переменной изменить и на 1. Блок, если иначе, если оператор равно, потом нужно мод, переменная и, дво, ноль, установить x в минус 180. Иначе установить x в минус 150. Потом повторить 7 раз. Создать клон самого себя и сменить x на 60. Передать y на 30 и передать блок готовы. Потом, когда я получу уровень 3, задать уровень. Значению 3 и повторить 50 раз. Потом нам нужно перейти в x. Перейти в x, y. И нам нужно выдать случайное вот тут и вот тут. Тут мы выдаем случайно от минус 200 до 200, а во втором от 0 до 155.
155. Потом нам нужно создать клон самого себе и передать блоки выставлены. Так, вот. Три. Так, я немного подожду тогда. Лукьян, а что у меня случилось? Да, еще раз. Что у меня тут случилось? Что не так? Могу показать экран. Подожди 2 минуты, когда все закончат вот это. Чтобы сначала все закончили, потом я посмотрю на твою ошибку. Сначала закончи вот этот код, хорошо? Сбежал. Почти он белый, дико. Так, еще последняя... Трясет. Последняя минута и все. Можете трошку немножко приблизить? Потом мне будет видно. Вот так могу.
А где вы взяли? А где вы взяли блок мод? Это в операторы. Иди в операторы, там есть блок. Вот этот. Оператор и вас. Вот. Так, все сделали или еще нет? Я не начинал. Ну, те, кто начинали, сделали или нет? Если нет, тогда я еще немного подожду. Значит, сделали. Сейчас будем тогда продолжать. Одну минутку. Так, тогда будем продолжать. Вот. Когда я начинаю как клон, нужно показаться и изменить блоков осталось на один. Потом задать крепкость блоков. Это нужно создать новые переменные. Крепкость блоков. Стоп. Крепкость блоков должна только для этого спрайта. Вот, задать крепкость блоков значению выдать случайное нам нужно будет от 1 до плюс уровень плюс 2. Переменная уровень плюс 2. Вот так. Еще раз напоминаю. Переменная и, вот это переменная и переменная крепкость блоков только для этого спрайта. Потом изменить костюм на крепость. Нам нужно изменить костюм на переменная крепкость блоков. Стоп, тут. Крепкость. Я забыл. Блоков и повторять всегда. Потом, если то, если иначе сначала, потом, если вот так,
сначала касается мяча. Это бол первый. Вот. Если крепкость блоков, если меньше нуля, меньше одного, изменить крепкость блоков на минус один. Потом изменить костюм на крепкость блоков. И еще нам нужно будет ждать 0,1 секунду. Вот так. Потом нам нужно две перемены изменить. Сначала счет, потом блоков осталось. Тут будет один, тут будет минус один. И удалить клон. Пойдемся по картам, посмотреть, что и где находилось. Так, еще какие-то вопросы? Так, ну это уже 58. Мы уже не успеем доделать до конца. Поэтому на следующем занятии мы уже будем заканчивать. Хорошо? Есть у кого-то какие-то блоки? Вопросы, простите. Тогда нету. Значит, будем тогда заканчивать. Спасибо за то, что пришли на занятие. До свидания. До свидания.